Друзі, вітаю. Це Ютуб 24. Спасибі, що обираєте. Я Ірина Узлова. І сьогодні мій гість, той, кого ви любите, чекаєте, довіряєте. Це Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Збройних сил України. Я вже долучаю пана Романа до нашого ефіру. Пане Романе, щиро вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Друзі, поставте, будь ласка, лайк нашій розмові, якщо вона вам подобається. Ви знаєте, що так працюють алгоритми Ютубу, тому ми вас просимо про це і зайвий раз нагадуємо, якщо вам не складно, я впевнена, що вам не складно, то, будь ласка, поставте свою вподобайку і також пишіть, звідки ви нас дивитеся, які теми вас цікавлять в наших обговореннях. Пане Романе, звісно, не можу вас не спитати, не може зупинитися Пригожин, по три звернення вже в день, спершу кричить, потім погрожує, що відійде з Бахмута 10 числа, згодом заспокоївся, записав ще одне звернення, там підрахував, що 25-27% в місяць складають його втрати, його вагнерівців, і так каже, що 170% у нього зараз вбитими, пораненими, якась така математика. Про що вам говорять всі ці заяви Пригожина, ця показова істерика? Чи знав, як відреагує Кремль і як це може використати Україна? Прошу. Ну, если все заявления его собрать вместе, то это примерно будет месседж такой Путину, а можно было бы собрать с двух-трех слов. Царь, ну, не шмогла. Все. Поставили задачу 9 мая. Хотел взять, может, еще и что-то взял, но Бахмут 9 мая Пригожин не возьмет. Ни Пригожин, ни не Пригожин, ни российская армия, ни татаро-монгольская орда, а Бахмут взять невозможно. Уже по поверхности позволяет выйти тяжелой технике, туда подошли танки, а танковая карусель – это очень страшная вещь, пройти практически невозможно. Тем более по тех позиций, на которых сейчас находятся наши войска, грамотно выбранный укрепрайон, его невозможно пройти. Потому танки будут удерживать россиян, пока не начнется наше наступление. Потому, я думаю, здесь уже вопрос однозначно решен. И вот Пригожину приходится, вот он уже думает, как ему отступать. То есть как включить заднюю, как повесить на кого-нибудь эту беду свою о том, что не выполнил задачу, ну, пытается повесить на Министерство обороны, но только как-то коряво, потому что вешает, рассказывает сказку о том, что ему не дали снарядов, и тут же берет к себе в ОПГ Пригожина, берет генерала, который как раз и отвечал за поставку снарядов того же Мизинцева. То есть с логикой там не дружит, по крайней мере. Это как минимум потому однозначно такая отмазка, которая, ну, не сработает, по крайней мере, на внешнее потребление. На внутреннее может сработать. У россиян там причинно-следственные связи очень тяжело проворачиваются, потому они могут этот вопрос принять за чистую монету. А вот из реалий, то одно дело заявление, а реальные факты до сих пор не прекращаются. Наступательные действия российской армии в районе Бахмута. Пригожин там держит около 5000 человек, грубо где-то больше 10 полноценных штурмовых групп. И довольно-таки толковых, это профессионалы, это реальный костяк ОПГ Пригожина. Он боится его потерять, с одной стороны, ну а с другой стороны, надо будет его выводить, еще и спасать свою репутацию, репутацию ОПГ Пригожина, так как если они будут бежать, не отходить управляемо, а именно бежать уже под ударами наших войск, то ему он потеряет репутацию, его ж никто не купит, не дадут денег, называется. С таким взглядом, с таким действиями, естественно, никто денег за его ОПГ не даст, он останется без финансов. Хотя исходя из той информации, которая есть у него под контролем, до 15 миллиардов, миллиардные потоки практически, потому не знаю, что ему еще надо. Но дело здесь не в Пригожине, дело в том, что уже погода позволяет начинать наше движение, то, что мы очень давно уже ждем. Вот уже погода позволила 5, 6, 7 число, можно двигаться. Скорее всего, началось некоторые уже передвижение наших войск, почему и было поднято, и сейчас идет воздушная тревога
подняты Ту-22М3, это ракеты Х-22. Каждая машина может нести до 2 таких ракет. Вот нанесли удары по Славянску, по Краматорску. Это как раз рядом с Бахмутом. По информации, по крайней мере, того же Пригожина, именно там находились несколько или находятся несколько бригад, готовых, в принципе, порвать бахмутскую группировку российскую на лоскуты. Вот здесь вот вопрос, скорее всего, сейчас мы видим противодействие россиян. Вот атака началась. Тушки, понятно, работают Х-22, это неточная ракета, потому работают в основном по площадям, называется. Ту-22М3, это Х-22. Но вот взлетела как минимум пара, то, по-моему, может и больше Ту-95-х. Эти могут отработать до 14 ракет, 6 Х-555 и до 8 Х-101. То есть, в принципе, до 28 ракет может еще прийти на нашу территорию, потому надо быть очень аккуратным. Пане Романе, на добро зараз пішов відбій цієї напівмасштабної повітряної тривоги цього разу, але скажіть, будь ласка, як ви думаєте, наскільки частими вони зараз будуть, яка буде їхня мета, по чому буде відпрацьовувати ворог і чи достатньо вже в нас сил, засобів, які нам понадходили, аби збивати різні отакі загрози, які може брати ворог на озброєння і застосовувати зараз найближчі дні в очікуванні от нашого контрнаступу? Ну вот взлет практически параллельный Ту-22М3, Ту-95 и даже с отбоем, то есть без пуска, он как минимум говорит о том, что россияне с одной стороны пытаются прощупать нашу систему обороны, так как радиотехнические войска наши, они видят взлет самолетов. А дальше уже включается наша система противовоздушной обороны, кстати, как раз вот и для этого в том числе может быть взлет или, допустим, перемещение самолетов, для того, чтобы мы включили свои локаторы, а уже российские войска радиотехнической разведки могли их засечь или постараться их засечь. Удары, особенно Х-22, Ту-22М3, очень опасны. Ракета неточная, плюс-минус 300 метров, круговое, вероятно, отклонение. Ну, естественно, полтонны заряда летит как минимум на 300 километров, потому очень опасно, особенно для линии фронта такого рода ракеты. Вот они будут сейчас пытаться тренировать, будем так говорить, в кавычках, нашу систему ПВО. Ну, естественно, по всей стране включается воздушная тревога. Это тоже нагнетание определенных моментов, связанных уже с психосостоянием украинцев. То есть здесь можно говорить уже о еще таких актах геноцида уже в чистом виде украинского народа. Пане Романе, а тренувати чи виснажувати вони планують нашу систему ППО? Ну, сначала как минимум они тренируют, то есть когда взлетают и не отстреливают. И вопрос по отстреливанию там тоже большой, потому что часть ракет падает, они могли отстреляться, ракета может просто не долететь. Здесь тоже вопросы такие бывают, а тренируют именно на включение. Дело в том, что у них все-таки работает радиотехническая разведка, примерно такая же, как и у нас. У россиян они сейчас в последнее время поставили задачу снимать даже без А-50, который мы повредили. Ну, вернее, партизаны, наши друзья белорусские повредили. Но, тем не менее, у них еще работают другие системы обнаружение. Потому такая тренировка, она иногда для того, чтобы выявить наши ЗРК, тем более после того, как зашли новые системы типа Patriot, SMT на подходе, RST устанавливается. То есть у нас меняется в мобильном состоянии, находятся зенитно-ракетные комплексы и ПВО, потому россияне могут вот такой тренировкой заниматься, чтобы мы включались и выключались, подсвечивали себя. Ну а работать ракетами, допустим, на уже засушивание, то есть наших зенитно-ракетных комплексов, не всегда удобно. У россиян ведь тоже ракет уже немного. Вот они почему в последнее время по 20, там, в районе 20 ракет, две атаки было. Это как раз из-за недостатка. Последняя масштабная атака была 9 марта, там было под 70-80 ракет, в зависимости от модификаций.
Ну вот последние две атаки уже были поменьше, там в районе 20 плюс-минус 2-3 ракеты. То есть у россиян не так много ракет для того, чтобы высушивать. Потому вряд ли они, скорее всего, будут работать все-таки уже по целям. Цели могут быть разноплановые, начиная от военных объектов, особенно тех, которые на линии фронта, то есть сейчас будут разворачиваться, значит, наши части вдоль линии фронта, вот они могут и работать, кстати, по тому же Славянску и Краматорску, по предполагаемым нашим частям. Ну, естественно, будут работать по логистическим цепочкам, тем, которые доставляют части, боеприпасы или местам сосредоточения в глубине страны. Это должно, в принципе, быть первым с военной точки зрения, еще раз повторюсь, потому что с политической очень сложно спрогнозировать. С военной точки зрения это первые цели. Ну а дальше в режиме, опять же, геноцидного террора россияне могут бить по мирным жителям, по высоткам. Это их стиль выполнения бойових задач. Давайте поговоримо, пане Романе, наскільки захищене наше небо вже зараз. І от не можу вас не спитати, звісно, щодо цієї інформації про збиття Х-47 «Кіншал», які суперечливі лунають заяви. «Дефенс Експрес», ми знаємо, повідомило, що вдалося збити цю ракету, але наші повітряні сили кажуть, що так, ми можемо збивати балістичні ракети. Утім, те, що було збиття цієї, що вона летіла, не підтверджують. Що ми маємо розуміти про цю ситуацію, про повідомлення від повітряних сил і про можливість збиття балістичних ракет на загал зараз, і наскільки росіяни можуть їх часто запускати, скільки їх там залишилось? Ну, у росіян як мінімум 40 ракет кінжалів є, є інформація, що до 50 вони догнали, хоча вона така противоречива, точно ми посчитати все одно не зможемо, но ісходя із того количества ракет, які вони робили раніше, якщо на них не легла пята санкционная, то они где-то уже до 50, до полусотни ракет «Кинжал» имеют. Ну, естественно, «Искандеров» больше сотни. «Искандеры» они не используют, так как они вышли в свое время на уже недопустимые остатки, зашли в неприкосновенный запас, который невозможно, в принципе, использовать. Но, тем не менее, из-за политических мотивов они все-таки выполнили эту задачу, ну, потому «Искандеров» у них мало, и «Кинжалов», естественно, мало. Но, тем не менее, вот 9 марта они использовали 6 «Кинжалов» в масштабной атаке. Потому не исключено, если будет масштабная атака, они еще могут столько же примерно «Кинжалов» использовать. Вот один Ту-22М3 может брать, извините, один МиГ-31К может брать один кинжал. То есть у них как минимум есть несколько таких самолетов, потому они могут отстреляться. А один Ту-22М3 может брать две ракеты Х-22. Но это не баллистическая, это скоростная ракета. Мы ее тоже сбивать пока, по крайней мере, не можем. Те системы, которые к нам зашли, типа Патриот на подходе с МТ, вот Айрис-Ти подошла, эти системы не закроют однозначно наше небо. Это примерно, если считать в общем количестве, по крайней мере того, что есть в интернете, это примерно 10% наших потребностей. Нам надо как минимум 3 комплекса Патриота. В каждом комплексе это около 8 батарей. А нам, по крайней мере, подтвердили 2 батареи, заход 2 батарей, то есть в 10 раз надо больше. А, естественно, в 10 раз меньше неба нашего закрыто, потому и есть опасность. Нам еще доводить до 100% сбиваемости российских авиацелей еще очень далеко. По кинжалам и по баллистическим ракетам, кинжал – это аэробаллистическая ракета, потому что стартует не с земли. Баллистическая ракета стартует с Земли, идет по баллисте, уходит в космос, возвращается обратно по баллистической траектории. Ее система, которая может перехватывать, вычисляет эту траекторию и в точку встречи отправляет противоракету, используя ту батарею, которая находится в точке удара. Это расчетные точки удара, самый оптимальный вариант. Радиус где-то ракеты, которая может работать по баллистической уже ракете, где-то около 40 километров. Это вот в радиусе, не больше. Потому и не хватает нам
общего количества патриотов для того, чтобы перекрыться. Но вот аэробаллистическая ракета, которая является кинжал, то есть разгонный блок этой ракеты, это самолет МиГ-31К, он разгоняет ракету, поднимает на определенную высоту, дальше она сходит с самолета, разгоняется, уходит еще выше на несколько десятков километров и уже по баллистической траектории начинает падение на цель в зависимости от сигналов управляющей системы. Сложно ее перехватить, хотя теоретически это возможно. Никогда еще ни Патриот, ни СМТ не перехватывал, то есть они не сталкивались с кинжалами. Но вот, я думаю, могут столкнуться, если россияне будут их использовать. Та информация, которая была по уничтожению кинжала, ну, здесь она, конечно, противоречивая, так как, как минимум, Игнат, это спикер наших сил противовоздушной обороны, заявил о том, что он не подтвердил работу по кинжалу, а те фото, которые были показаны, ну, там нельзя сказать со 100% гарантией, что это была головка кинжала. То есть без проведения экспертизы этого сказать нельзя, потому вызывает сомнение утверждение о том, что мы сбили кинжал. Я тут больше все-таки склоняюсь к тому, что говорит Игнат здесь однозначно. Если бы мы его сбили, мы, конечно, подсветили. Но опять же, есть еще так называемый режим секретности. Нельзя подсвечивать, сбить по подтверждение уничтожения ракеты именно по месту. Можно в общем сказать, что сбили, но по месту подтверждать нельзя, так как особенно баллистическая ракета, это может определить место расположения батареи, а это уже чревато. Потому и закрывается информация, закрывается конкретно эта информация, и в принципе такие высказывания в эфире, допустим, утверждения в эфире, особенно гражданских администраций, они недопустимы. В этом смысле нужно слушать наше ПВО. Оно уже правильно скажет, если это нужно будет, и правильно скажет, как и в какое время. Ну, то есть это самый оптимальный вариант. Дякую дуже, що роз'яснили, пане Романе, стало зрозуміло. Давайте, будь ласка, ще повернемось все-таки до Бахмута, тому що не можемо не проговорити детальніше. Як на мене, чимало заяв сиплеться цілий день. Так, дійсно, і наші Збройні Сили, Міністерство оборони всі підтверджують, що не полишає ворог і далі спроб все одно захопити Бахмут, і снарядним голодом там не пахне. Все-таки, якщо говорити вже не про мотиви Пригожина, тут ми зрозуміли, а про наслідки. Якщо відійдуть, якщо вдасться, скажімо так, вийти вагнерівцям з Бахмута, то чи можемо ми говорити, що посиплеться російський фронт, чи все одно Путін в своїх марних спробах буде туди надсилати когось йому на заміну, і кого тоді? Да, ви праві. Снарядним голодом там точно не пахне, там пахне русським духом в Бахмуті зараз дуже сильно. Потому, может быть, и будет положительный эффект от того, что они оттуда отойдут. Хотя это еще под большим вопросом. Отойти они оттуда смогут только под давлением наших войск. Если мы выйдем, начнем движение или продолжим, потому что мы уже начали движение по некоторым направлениям в районе Бахмута, западнее, восточнее, то есть по флангам начали движение. Кстати, может быть, это движение или подготовка к этому движению и видит Пригожин и уже пытается не сказать, ну, по крайней мере, не убегать уж так явно, а подсвечивает уход за счет недопоставки требуемого вооружения. Потому однозначно они сами, то есть российские войска из Бахмута не уйдут без нашего движения. Ну, а мы, естественно, начнем двигаться. Ну, и уход ОПГ Пригожина, по которой под большим вопросом я пока в него не сильно, не то что верю, пока не вижу необходимости, по крайней мере, этой на данный момент, уход ни к чему не приведет. Ну да, наступательные действия закончатся, но россияне будут удерживать те позиции, которые сейчас заняли в Бахмуте, а мы не будем Бахмут освобождать. То есть у нас нет такого информационного капкана, в который они попали. Дело в том, что сейчас россияне, уничтожив практически Бахмут, сами себе создали плацдарм, такой плацдарм смерти. Они находятся сейчас в разрушенном городе,
а на возвышенностях над этим городом стоят наши артиллерийские батареи, расстреливают их как на полигоне. И используются вдоль практически всего города, используются, ну, в западной части минометы. У нас очень много сейчас появилось мин, минометы. И 82-е, 120-е хорошо работают по как раз незащищенному уже разбитому Пригожинскому и российскому войску. Им спрятаться там толком-то негде, они же его разрушили, Бахмут. И подходят танки, уже подсохло, туда подходят танки, танковые карусели, это святое. Удерживать выход из любого города танки очень легко могут. Могут не наступая, но удерживать любую практически позицию, потому что когда танки начинают разбирать на молекулы позиции россиян, там же ничего не остается, там и молекул не остается после танкового удара прямой наводкой. А сейчас есть информация, что начали наши выходить парами, то есть танковые карусели парами. Два танка выходят, начинают отрабатывать, вырабатывают весь свой боезапас, уходят на их место, заходят следующая пара. И так 24/7 называется. 24 часа в сутки удержаться практически невозможно. Так вот, из-под такой танковой карусели, может быть, и начинает уже убегать Пригожин. Ну, или, по крайней мере, пытается это все в информационном поле подать как отход не по своей вине. А от, до речі, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, ще й додає, що насправді зараз для виконання своєї задачі вагнерівці стягують з інших напрямків один одного і замінюють ними штурмові загони отих десантників, яких підкидали росіяни, раніше ми це обговорювали. А ще й сьогодні спілкувалися з Віталієм Барабашем, це очільник Авдіївської міської військової адміністрації. І він зауважує, що от на Авдіївському напрямку, який завжди зазвичай входить в чотири найгарячіших напрямків, про які звітував Генштаб, наразі якось зменшується інтенсивність обстрілів, а свідчення раніше надходили про те, що на цьому напрямку теж працюють вагнерівці. Можливо, вони і звідти їх, наприклад, відтягують. І що ми маємо зараз розуміти, пане Романе, до 9 травня? Вони сконцентруються все-таки на Бахмуті свої сили, чи будуть продовжувати розосереджувати атаки і по цих інших двох-трьох ще гарячих напрямках? Однозначно они будут работать по Мариинке, это южнее Донецка, то есть у них там очень тяжелая ситуация, они в такую же самую капкан попали, то есть они вытеснили наши войска на западную часть Мариинки, сами зашли на восточную часть, но так как она разбита, зацепиться не за что, наша артиллерия их также уничтожает, то есть там очень тяжелая ситуация для россиян, потому они там точно будут не успокоиться, они будут работать, или им придется уходить в Донецк. Это уже чревато, потому что мы можем на плечах врага зайти в город. И потому они будут давить в районе Мариинки, пытаясь уже режимом наступления выполнить задачу обороны. Лучше оборона – это наступление, как это всегда, да, нападение. То есть вот примерно в таком режиме. В районе Авдіївки там не видно было ОПГ Вагнера, если честно. То есть заявления были, что они там есть, но реально в работе их не было видно. Там в основном сначала были части первого корпуса ЛДНР, так называемых донецкие мобики. Потом туда подтянулись донецкие менты, их туда бросили на усиление, их там переживало. Естественно, где менты, а где война. А потом вот туда подтянулись уже линейные российские части с техникой. Мы пожгли несколько десятков коробочек под Авдеевкой. Там довольно-таки по-тупому они наступали, особенно со стороны ДАПа, так называют, это Донецкий аэропорт. Ровная как стол поверхность, они решили оттуда двинуться в сторону Авдеевки. Естественно, попали под нашу арту. А сейчас то, что в районе Авдеевки уменьшилось количество наступательных действий, это говорит о том, что начались некоторые действия наших войск, особенно со стороны Торецкого, вот как раз в сторону Красногоровки, которая вот под Авдеевкой, между Торецком и Авдеевкой, это вот, ну, грубо между Горловкой и Авдеевкой, со стороны Торецка, мы начали двигаться, ну, это в режиме разведки боем, то есть не наступательные действия, не, вернее, не наступление как таковое, наступательные действия в режиме разведки боем вдоль трассы, которая идет как раз она с Константиновки на Авдеевку, и вот вдоль этой трассы мы начали двигаться, и россияне
понимая, что могут попасть в котел, прекратили, в принципе, наступательные действия, чуть отошли. Я не думаю, что это будет развитие каких-то событий там наступательных, но вот такой удар во фланг, он их отрезвляет всегда, когда они двигаются, это уже 10-й год, они там топчутся в районе севера Авдеевки, то есть вот такое движение со стороны Константиновки вдоль трассы их сразу успокаивает, вот сейчас мы на этом этапе находимся. Ну а Бахмут они однозначно будут пытаться до 9 числа выложиться все, сейчас действительно... В Бахмут, вот я почему и говорю, то, что одно говорит Вагнер, а то, что они делают. Больше десятка штурмовых групп он сейчас туда соберет еще, набросает и будет пытаться за последние вот эти деньки, за 3-4 дня выполнить эту задачу. Но я так понимаю, что он просто сожжет как минимум половину костяка уже профессионалов ОПГ Пригожина, так как они подтянули туда танки, они подтянули туда ТОСы. Это тяжелая огнеметная система, то есть будут пытаться наступать и довольно-таки мощно. Ну и работают, конечно, авиация. Авиация там как у себя дома работает, по крайней мере, нам надо туда будет перебросить, скорее всего, еще дополнительные части зенитно-ракетных комплексов, но это вопрос по месту будет решен. То есть в районе Бахмута в ближайшие несколько дней будет очень горячо. А він тому і сказав про це 10 травня, так, що коли не вдасться до 9-го, то так себе убезпечив, ну і щоб, може, там Путіна не засмучувати, щоб побєди не буде тут на 9-те, так? Так і є. От якраз ця зав'язка і є. Тобто, якщо до 10-го у нього там нічого не вийде, у нього однозначно нічого не вийде, він це прогнозує. Якщо б він не прогнозував неудачу, він би тоді нічого не говорив. А раз он говорит, значит, прогнозирует вот такую неудачу, уже открывают, вернее, стелят соломку, чтобы падать было не больно, по крайней мере. Но еще раз повторюсь, никто никуда на данный момент не уходит из Бахмута, наоборот, усиливается. И боевое поражение сейчас, которое наносят по нашим войскам, оно тоже усиливается. Просто мы тоже на месте же не сидим. Тем более, еще раз повторюсь, погода нам позволяет двигаться. Это уже хорошо. Уже нарешті, бо так весна довго йде, дійсно, ну тепла, суха весна довго йде. А чи можемо ми сказати, що все-таки ось ці дні до 9-10 травня будуть вирішальні щодо ситуації в Бахмуті, чи, в принципі, і далі все одно буде вирішуватися поступово там те, що відбувається, чи все-таки оці дні такого загострення, вони більш ніж важливі? Ну, діло в тому, що ці несколько днів, вони от перед скрепною датою, а у них же проблема со скрепами. У них эти скрепы и в датах, и в голове, и где только у них этих скреп нет. Даже на туалетах у них эти скрепы висят. Россияне, что с них взять? А вот после 9 числа уже нет смысла никакого привязываться, вернее, не привязываться, во-первых, не к чему привязываться, и нет смысла додавливать и, допустим, терять сотни человек в сутки. Снимается полностью этот информационный капкан, так как реально этот Бахмут никому уже не нужен из россиян, это даже уже и Пригожину он не нужен, а украинские войска удерживают его в качестве в общей системе обороны, в качестве рубежа обороны, причем сейчас, вот я еще повторюсь, из-за того, что погода все-таки установилась, уже можно работать дальними системами поражения, а не живой силой, будем так говорить, так как очень сложно было до этого, в основном за счет сил спецопераций, штурмовых групп, бригад, которые удерживали практически своими жизнями этот рубеж обороны, вот дождались уже подхода тяжелой техники, здесь уже будет попроще. Пане Романе, ви згадали ось цього маріупольського м'ясника, як заступника Шойгу Михайла Мізенцева. І дійсно, ви праві, він відповідав якраз за матеріально-технічне забезпечення, власне, за те, на що так жалівся і скиглив, і скиглить Пригожин. І от туди, просто я теж була подивована, побачивши напередодні те відео, вони навіть виклали, як він там з вагнерівцями тренує особовий склад, він до них перейшов. А це от таке кар'єрне підвищення так виглядає, після того, як російські генералів позбавляють посад в Міністерстві оборони. Чи про що це говорить взагалі нам ось ці кадрові ротації Мізенцева?
Ну, это называется из грязи в князи наоборот. То есть его вернули обратно оттуда, откуда взяли. Это же примерно мы тебя на помойке подобрали, помыли, побрили, по это самое, одели маршальские погоны или генеральские, а ты вот так вот не смог обеспечить, потому вернули обратно. Ну, а Пригожин, скорее всего, в качестве, может быть, прикола даже, взял его себе и поставил для выполнения определенных каких-то задач. Ну вот, по крайней мере, грязь месить, это уж точно. Но, еще раз повторюсь, причинно-следственные, то есть человека, который, в принципе, не давал ему поставок боеприпаса, он берет себе. То есть, значит, либо поставки были, ну, либо уже Пригожин где-то, мягко скажем, сомравший. Но это не важно, это их проблемы, в принципе, они пусть решают. В конце концов, если брать в общей массе войск российских, вот мы сейчас уделили внимание где-то несколько десятков минут Пригожину и ОПГ Пригожина, а если посмотреть сверху, сбоку вообще на все это, сколько у ОПГ Пригожина людей? В районе 4-5 тысяч. Сколько российских войск в районе украинского фронта? 400 тысяч. Ну, то есть это 1% от общего количества войск российских. 1%. А теперь по ширине фронта. Сколько ширина фронта там, где работает ОПГ Пригожина? 10 километров. Это потолок 10 километров. А сколько общая ширина фронта? 1000 километров. Опять же, 1%. Вот мы сейчас говорили об 1% людей и 1% ширины фронта. Просто что, вот что значит распиарить и что значит информационные ресурсы? Когда есть информационные ресурсы, то из 1% можно сделать 100, как минимум. Потому что мы практически ничего не говорим и не видим в информационном поле остальные действия. А именно на других участках как раз оно все и происходит. Продвижение того же ОПГ Пригожина, если взять в соотношении с движением российской армии и всей остальной, он даже меньше 1%. Он прошел, в конце концов, за больше, чем полгода, да, уже больше, чем полгода. Он от Попасной дошел до Бахмута, а это 30 километров. 30 километров. Это угробил больше 30 тысяч человек на этом движении. В это время российская армия заняла площадь, ну, как минимум, если по общему количеству, пятую часть Украины. Ну, то есть несоизмеримые понятия с движением российской армии. А вот из-за того, что есть определенная фабрика ботов, есть определенный там политический имидж, какой-то реноме. Мы об этом вот говорим, мультиплицируя, в принципе, ничего не значащее и создание, ну, естественно, и его действия в том числе. Але ж дивіться, да, дійсно, ми і з вами, і не тільки з вами говоримо, і вийшло це в публічну площину, тут ви праві абсолютно, пане Романе, воно роздмухане самим же Пригожиним, його фабрикою троли, про це є цілі розслідування, і гроші він туди вливає неабиякі. Але, зрештою, він же ж не сам пішов брати Бахмут, оце 10-й місяць. Це ж керувалося із кремлівської верхівки, і для них Бахмут, там, з чим його тільки не порівнювали, і мав він сакральне значення. Тобто, все-таки він виконував роль і для тих же амбіцій того ж Путіна, чи я помиляюся? Нет, не так. Это опять та же работа Пригожина. То есть он подсветил следующую цель. Вот как работает такого рода информационное агентство и вообще движение как таковое. И в том числе и ОПГ. То есть они подсвечивают цель, которую пытаются взять и рассказывают о каждом шаге, как они ее берут. Все красиво получается, когда ты эту цель берешь. Тогда очень большой положительный момент. В это время другие части берут цели в 1000 раз мощнее, проводят широкомасштабные атаки на в 10 раз, в 100 раз больших некоторых моментах, не подсвечивая практически ничего. А вот Пригожин за счет информационной составляющей, за счет фабрики троллей, и, ну, за счет информпространства и площадок, на которых он пиарится. Он рисует себе цель, допустим, и очень долго ее расписывает, как он ее берет со всех сторон. Вот мы же видим, как это все, все эти видосики показываются. И он ее просто пиарит,
саму цель пиарит, ну, естественно, пиарит уже само действие и себя в том числе. Задача-то какая? Это маркетинговый ход в чистом виде, это продажа своей продукции. Продукция ОПГ Пригожина – это ОПГ Пригожина, так называемая частная армия, хотя ей до армии, как не до Папы Римского. Ну, то есть, ну, это продажа, он работает на продажу. А вот теперь возникает проблема, большущая проблема, когда подсвеченная цель, а ты ее не взял. И тогда все, что ты подсвечивал, рушится тебе на голову и зарывает в землю, сравнивает с грязью. То есть то, что они подсвечивали следующей после Попасной целью, Бахмут, подсветил его Пригожин со всей своей информационной шарагой, но его не взял. Потому весь этот уже построенный карточный домик, он просто рухнул и его прижал. И вот он сейчас пытается... Опять же, с помощью информационной, вы же видите, с помощью информационной составляющей своих медиаресурсов пытается выскочить из-под этого рухнувшего домика. То есть вот разными сказками о том, что ему тиграм мяса не додают. Это же старый прикол из советских фильмов. Вот тиграм мяса не додали, потому тигры пошли себе в другое место. Вот, вот таким макаром он пытается... прикрыть свое реноме и как-то его сохранить. Иначе, если после того, как начнутся наши движения, его просто пинком выбьют из Бахмута, ну, вот, допустим, Сырский начнет в этом районе наступательные действия, они просто с Бахмута начнут убегать. Это же называется ОПГ Пригожина, ЧВК Вагнер, звезда балета, а его просто с пинка отправили с Бахмута. Его никто не купит. Ні вообще все. Никто не купит. Ну, отак на те він не заслуговує, туди йому там до бруду, як ви кажете, і дорога. Тоді більше не будемо на нього гаяти час. Давайте дійсно поговоримо про те, що на Запорізькому, зокрема, напрямку відбувається і на Херсонщині. Там теж цікаві події. Отут Євген Балицький незадовго до нашого ефіру ще підтвердив те, що і раніше ширилося і в телеграм-каналах, і в проросійських там пабліках, що оголосив він про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів. Цей гауляйтер оголосив на Запоріжжі і мотивує свою цю ідею тим, що, мовляв, противник, тобто це ми вже посилив, обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. А що ж так занепокоївся Балицький? Ну, мощність, от так, як, опять же, підсохла погода, то, що ми з вами постійно говорили, где-то 5-7 числа вже можна буде як-то починати двигатися. Движення ж починається не завжди з прориву танкової колони. Движення починається із обробки артилерії на глибину бойового радіуса, где-то до 30 кілометрів обробки воєнних об'єктів. А вот из-за того, что они рассредоточены по селам, то у них, получается, военные объекты могут быть в селах, в поселках, рядом. Потому начинают, я бы сказал, ту же самую картину, как и на правом берегу Днепра. Они также уходили. То есть они под прикрытием вывода гражданских, прикрываясь гражданскими определенными колоннами, иногда могут выводить и свои военные колонны, в том числе, заводя... Это режим ротации тогда было, когда они отводили, допустим, части из-под удара технику с 30-километровой зоны, обратно заводили пеших пехотинцев, так называемых, так как у них мотопехотных подразделений очень мало, в основном пехота, стрелки. То есть обратно могут заходить стрелки и располагаться на... в режиме обороны, ну, то есть располагаться на инженерно-технических сооружениях, которые они все-таки как-то откопали для обороны. То есть вот этим движением уже гражданских вроде как переживают за гражданских, они прикрываются, вот эти ротационные моменты будут прикрывать. Пане Романе, до речі, є в цьому списку Енергодар, в списку цих пунктів, оприлюднених гауляйтером Балицьким. А що ми маємо розуміти про загрозу провокації під час їхнього виступу, під час нашого контрнаступу, відповідно, на Запорізькій атомній електростанції? Наскільки вони можуть цим шантажувати? Які провокації там можуть бути? Що в них там зараз зосереджено? Яка кількість сил, зброї? Як тільки ми почнемо двигатися з Орехова до Токмака, от тільки почнемо підходити до Токмаку,
Россияне все бросят и уйдут из-под Энергодара и вообще с этого кармана, которым станет Херсонская область для россиян. Они будут уходить в Крым, это уже маршруты понятны, то есть они уже готовы, потому и увозят в том числе из-под Энергодара гражданское население. Опять же, прикрывая ротационные моменты, вывозят технику с 30-километровой зоны, потому что 30 километров попасть по технике очень легко, если она не используется в наступлении. А вот туда заводят опять пехоту. На Запорожской атомной, в конце концов, ну, нужно уже привлекать к некоторым действиям и всех этих дармоедов, которые взяли на себя некую возможность или, по крайней мере, ответственность за целые отрасли. Есть у нас МАГАТЭ. Мы платим туда определенные, да, определенные взносы. Есть у нас ООН, мы туда платим определенные деньги. Ну, в конце концов, вот это их ответственность. Вот там 5 энергоблоков в центре Европы. Ну, пусть хоть раз у них голова поболит, вот как оттуда будут убегать россияне, что они там оставят или не оставят. Тем более сейчас на Запорожской атомной находятся инспектора МАГАТЭ. Ну вот пусть у них голова и болит, в конце концов. Пусть высаживают туда весь этот десант. Если собрать всех писурчуков ООН и МАГАТЭ, таких там будет больше, чем российская армия, наверное, которая зашла в Украину. Вот пусть отбивают этот атомный объект, в конце концов, раз они не смогли добиться от Росатома, который взялся за его раскрутку этого объекта, не смогли добиться от него демилитаризации этого ядерного объекта. Причем, а можно было бы легко сделать. 4 блока в Акую запустили Росатом, а могли бы же не запустить, пока не ушли бы из Запорожской атомы. Это же можно было поставить четкую задачу. Не запуск 4 объектов на Акую, а это потеря очень миллиардов долларов. И не принятие этих объектов в эксплуатацию, пока не уйдете с Запорожской атомной. Там 4 реактора на Акую, 2 реактора на Пакште в Венгрии, которые также Росатом сейчас пытается запустить. Вот 6 реакторов. Вот меняем 6 реакторов на 5 в Запорожской атомной. Взяли, на 6 в Запорожской атомной. 6 на 6 как раз, самое интересное. Потом встали, ушли. И нет вопросов. Ну, это вот как раз вот это уже тема. Это уже пусть болит голова у них тоже. И, кстати, все эти ядерные махалки, которыми сейчас махает Россия, ну, в конце концов, у нас был когда-то Будапештский меморандум. Пусть это кусок бумажки, вопросов нет. Раз у нас это все забрали, и, в конце концов, мы потеряли больше 100 тысяч человек из-за этого. Но это уже проблема мировая. Успокаивайте. В конце концов, есть 1500 атомных, ядерных зарядов в Америке. 100 по сотне в Великобритании, сотня в Франции. У вас больше, чем у россиян ядерных зарядов. Успокаивайте, показывайте. А то они уже намахали, всех они уже замахали своей ядерной этой риторикой. Но это только риторикой. Ну, а Запорожская атомная, я уже объяснил. То есть это оптимальный вариант. Все повесить на МАГАТЭ и на ООН. И вот пусть расхлебывают. Только не рассказывают про какие-то сделки. Ну, Надо ни с кем там сделок совершать. Бо пора вже не тільки гаманці набивати дійсно членськими внесками, і не лише ними, очевидно, а й подумати, що робити на практиці. Але от ще одна загроза від російських окупантів, вони залякують знову, ну це ми вже десь бачили восени приблизно, можливим проривом дамби Каховського водосховища. Кажуть, правда, що це може статися через рекордно високий рівень води. А що тут ми маємо в цих загрозах, що сюди закладено і наскільки вони можуть якось реалізуватися? Могут легко это сделать, могут подорвать, ну они дамбу не подорвут, там это нереально дамбу подорвать, они могут подорвать мех цеха, энергоцеха Каховской гидроэлектростанции. И тогда, в принципе, вода может пойти вниз по Днепру и смыть российские укрепрайоны. Ну вот что может быть. Потому... Но самое интересное, это они уже потом могут понять. То есть у них может сначала включиться мысль, а давайте мы чего-нибудь подорвем, а потом, когда начнет их топить внизу, потом они уже будут кричать ай-яй-яй и куда-то убегать.
А там ширина километров 15 потом будет. То есть там довольно-таки неплохо угробит практически все их линии обороны, которые они отстроили вдоль Днепра. Потому я бы так сказал, если они подорвут и сбросят воду с Каховки вниз Днепра, ну, скажем им за это спасибо. Ну, а почему нет? Ну так. Да. А вони, до речі, там теж готують з захоплених тимчасово територій Херсонської області евакуацію на випадок контрнаступу теж активно. І ви кажете, вони можуть до Криму, да, із Запорізької, ну з Херсонської, розумію. А далі, пане Романе, куди? Ну в Криму ж щодня, ось сьогодні Бельбек, там Севастополь, там біля Керченського мосту, щодня щось вибухає, горить. А куди вони далі з Криму планують? У них є план після того? Ну, 100% какой-то план у них точно есть. Вопрос просто, как они его будут использовать, то есть как они его смогут реализовать. Напоследок, может быть, позагорают на черноморских пляжах и потом поедут в свою Сочи. Если останется, кстати, мост. Они сегодня мост запустили, железнодорожный, потому пора уже там как-то намекнуть нашему главному управлению разведки Министерства обороны, что мост-то уже запустили, пора уже как-то его по нему дальше работать, а то маловато будет, одного удара маловато, второй нужен. А вот после того, как будет уничтожен Крымский мост, вот тогда будет большая проблема, куда вся эта толпа начнет бежать. Плавать немногие из них могут, это однозначно. В Турции там, может быть, кто-то и побывал, но в основном они плавать не могут. Пить могут, плавать не могут. И уходить, допустим, с Крыма, ну, скорее всего, будут пытаться с помощью черноморской эскадры. Ну, то есть кораблями будут перевозить их уже тогда. Ну, там есть еще переправа, которая работает в районе Керченского пролива. Ею может пытаться. ИЛ-76, это воздух. Это та группа, которая будет уходить с Херсона на Крым. Ну а та группа, которая будет на Запорожском фронте, они однозначно в Крым не пойдут. У них там неудобно выходить, они, скорее всего, пойдут на Ростов. То есть вот эти два фронта, каждый будет втекать в себя, называется. Запорожская на Ростов, на Мариуполь, а Херсонская будет уходить в Крым. Дело в том, что то, чем мы сейчас работаем, ну, мягко так скажем, это укус комара для крымской группировки на данный момент. То есть те беспилотники, которые мы в принципе можем сжечь весь топливный запас Крыма, да, это мы можем сделать. Но, допустим, даже повредить какой-то объект военный практически нереально. То есть малые заряды, ну, естественно, убойная сила и боевое поражение маленькое. То есть нам нужны ракеты, дальние ракеты. Вот, может быть, воежи наших политиков к чему-то приведут, и нам, может быть, передадут дальние ракеты. Нам надо где-то около 500 ракет типа «Атакамсов». Там примерно 150-170 военных объектов, гарнизонов военных. Вот, чтобы более-менее вывести гарнизон из строя, трех ракет на гарнизон будет хватать. Там есть некоторые такие инженерные объекты в каждом гарнизоне. Ну, естественно, инфраструктура критическая, которая питает эти гарнизоны. То есть трех ракет на один гарнизон – это примерно 500 ракет. Потому если добьются наши дипломаты передачи нам этих ракет, то можно уже дипломатию доставать обратно на свет Божий, как-то ее очищать от того бруда, которое она последнее время, за последние 30 лет на себя натянула. И, в принципе, молодцы. Если вот добьются 500 ракет, нам хватит для того, чтобы уже Крым, по крайней мере, военные объекты уничтожить. И эти ракеты есть в західних партнерів, чтобы нас забезпечити ними, да, в необхідні терміни. Да, у них есть и «Атакамсы», и «Шторм Шэдоу», и, ну, это «Скалпы». Есть «Гарпуны», «Слэм», у нас «Нептун». Ну, есть количество, как минимум до десятка ракет вот такого малой дальности у них однозначно есть. И, в принципе, у нас есть пусковые установки, с которыми мы можем их запускать. Потому вот работа дипломатов. Сейчас конкретно работа дипломатов –
президента, ну и всего дипломатического корпуса. И из дипломатов работа военных атташе. Вот если нигде я не слышал работу военных атташе в дипкорпусе, а это их работа конкретная. Повыгоняйте оттуда этих старых пердунов, которых туда подзагоняли. Я просто не знаю практически никого, знаю, что есть там проблемы, раз мы их не слышим. Так вот, вот это все, это как раз работа военных атташе. Это их хлеб, им за это деньги платят. Если их там нет, так поставьте помоложе ребят, которые выпускники такого рода заведений. Тут очень важно умение, ну то есть базовые знания. Ну так, і вміння переконувати і доводити, так, щоб оці червоні лінії, оці турботи про ескалацію вже у всіх зникали. Ну, будемо сподіватися, що працюють. Бачите, їздять і домовляються. Пане Романе, я вам дуже дякую за ці сьогоднішні роз'яснення. Чимало тем торкнулися. Вибачте, що так багато про Пригожина. Зате зрозуміли ми, що він робить і що насправді це варта його робота. Виєденого яйця вона не варта, але варта робота наших збройних сил, які цю фортецю нашу Бахмут обороняють. Вам дуже дякую, пане Романе, за вашу роботу. Роботу. Завжди раді вас бачити. До наступних зустрічей. Друзі, до побачення. Друзі, вам дякуємо дуже. Ми з паном Романом, що ви нас дивилися. Я, Ірина Узлова, говорила з Романом Світаном. Це військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник запасу Збройних сил України. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку і залишайтеся з нами. Спасибі, що обираєте. Бережіть себе і вірте в Збройні сили України.